Республика Корея планирует провести опрос более чем 50 тысяч зарегистрированных разделенных семей Корейской войной. Об этом сообщило Министерство унификации страны. По его результатам станет известно действительное количество тех, кто готов принять участие в мероприятии по воссоединению распавшихся семей. Мероприятие запланировано на середину августа. Решение о его проведении было принято во время встречи между главами двух стран Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном в конце апреля. Встреча представителей Республики Корея и КНДР запланирована на 22 июня.